Вот так начинается моя история. Мой дядя Бен и тетя Мэй воспитывали меня словно родного сына. Хотя у них никогда не было много денег, я почувствовал, что моя сила может служить добру. В последний раз, когда я видел дядю Бена живым, мы с ним спорили. После этого я впервые вышел на ринг. Тогда мне удалось заработать свои первые деньги. Парень, тебе конец. Но меня надули, поэтому я не считал своей виной то, что случилось потом. Кто-нибудь остановите его. Внимание, обнаружен объект, который разыскивается для проведения исследований. Внимание, внимание, подозреваемый вооружен и очень опасен. Продвигайтесь с особой осторожностью. Дядюшка Бен убит. Я должен найти того, кто это сделал. Питер Паркер ничего не сможет сделать в такой ситуации, но Спайдермен — это совсем другая история. Это должно быть территория черепов. Я найду убийцу дядюшки Бена, даже если для этого придется иметь дело с каждым из черепов. Полезно, если ты стоишь возле стены здания. Если ты нажмешь клавишу Zipline, то ты сможешь переместиться в том направлении, куда ты смотришь. Должно быть, ты узнал об этом, когда проходил курс обучения, но могу предположить, что ты намного круче, чем все остальные. Заткни свой рот! Похоже, уродец хочет поиграть! Уйди с дороги! Еще один тупик. Но кто-то из этих ублюдков должен дать мне ответ. Что тебе нужно, дебил? С дороги, уродец! Давай покончим с ним! Что ты задумал? Что тебе нужно, дебил? Связался, ничего нет, но я начинаю входить в азарт. Убийца скрылся от меня.
Что ты задумал? Дорого заплатишь за все это. Сегодня был убит один старый человек. Убийца — один из черепов. Где он? Ты что, убьешь меня, если я не скажу тебе этого? А почему ты думаешь, что я это не сделаю? Парня, который тебе нужен, зовут Спайк. Он прячется где-то на складе возле реки. Это все, что мне известно. Благодарю. Похоже, что приближается полиция, но я должен сам решить этот вопрос.